Коллеги Владимира Яковлевича Прищепова быстро находят его на фотографии. Офицерская выправка, пронзительный взгляд сыщика. Он обладал особой властью над преступниками. Даже самые опасные рецидивисты уже через 5 минут общения готовы были покаяться. Знаете, он дипломат. У него жилка вот эта оперативная, очень серьезная. Он к любому мог подойти. Хоть он и преступник, он его разжалобит. Владимир Яковлевич более 20 лет отработал в Барвихинском отделе полиции. В музее собраны многочисленные архивные документы и фотографии того времени. Именно под руководством Прищепова были раскрыты десятки громких дел. Человек, который умел найти ключ к людям, который умел к себе расположить, он был честный, порядочный. Человек, который, в общем-то, мог всегда прийти на помощь к ближнему и никогда не предавал. Именно таким Владимира Прищепова запомнили коллеги и друзья. Барвихинский отдел полиции стал родным и для сына Владимира Яковлевича, Виталия. Он не пошел по стопам отца, но с теплотой вспоминает то время, когда мальчишкой приходил к нему на работу. А память о сыщике Прищепове теперь хранится в музее отдела. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».